Всем привет, с вами Андрей Сана. Очередное видео с производства. Очень много вег, всяких разных, от маленьких до самых больших. Веги, 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 кругом веги. Вон, посмотрите, какая красивая белая вега делается. На воде шикарно смотреться будет. Вот вега, вид снизу. И уже сразу вид сбоку. Очень интересная лодка. Экспериментальная модель. Это экшен с днищем, аналогичным по крафту волнобой. Бурноводная модификация экшена. Скоро пойдет на испытание. Сделан корпус из ДПУшки покрафтовой, днищевые баллоны из ПВХшки, так что общий вес лодки очень небольшой. А это корпус моторной лэшки, которые уже заказываются в таком ощутимом количестве. Синенький — это велопокрафт, а сверху лежит бигфишпак, которых сейчас тоже очень-очень много делают. Это очень интересная модель. Корпус от L3M, но днище не надувное. Днище сделано по покрафтовому типу, поэтому лодочка очень легкая. Можно сказать, что это покрафт под распашные весла. Сиденье здесь тоже не банка, как на обычной лэшке, а надувное по принципу бигфишпака. Вот такой распашной покрафтик. А что вот это такое, даже говорить не буду. Скоро все увидите. Пусть будет небольшой интригой. А вот тут видите такой светофорчик. Это кое-что готовится, это будет сюрпризом, и этот сюрприз я тоже вскоре покажу. А пока это просто трехцветная кучка из ТПУ. Опять, пусть это будет интригой. Стемнело, но настоящие трудоголики еще на местах. Делают лодочки, чтобы они были изготовлены для вас быстро и в срок. Автоматика продолжает нарезать лодочки на завтра. И, наверное, будет занята этим всю ночь. А я сделал дело и пошел домой. С вами был Андрей Санар. Всем пока.